Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Эрнст не дал ни гроша. Серов требует от Первого канала долг в размере 1 000 000 рублей. Полить грязью за бесплатно не удалось. Певец подал иск на «Пусть говорят». За скандальный выпуск передачи, на котором Александра обвиняли в домогательстве и максимально убили оставшуюся репутацию, не доплатили кругленькую сумму. По данным картотеки, были серьезно нарушены обязанности со стороны Первого канала. За само участие в программе Серову заплатили, а вот за оскорбление Эрнст не дал ни гроша. На 17 октября 2019 года назначено предварительное заседание, на котором должно решиться, выплатят ли долг в размере 1 миллион рублей или нет. В эту сумму входит 800 тысяч обещанного гонорара и 200 тысяч убытков. Очевидно, слухи о том, что Эрнст обанкротился, а вместе с ним и Первый канал, достаточно правдивы, так как эфир с участием Серова был более полугода назад. Возможно, Эрнст не хотел признаваться, что у канала нет денег, и обещал выплатить остаток средств в течение какого-то времени. Однако за такой длительный срок любая серьезная организация обычно находит нужную сумму, чтобы не подорвать свою репутацию. Есть и другое предположение. Гендиректор вообще не собирался выплачивать прописанные в договоре суммы. Скорее всего, ему не составит большого труда доказать в суде, что певец выполнил не все условия договора, не выучил заранее прописанный сценарий или по пьяни болтнул что-то лишнее. А так как по договору сумма 800 тысяч все же числится, то мог сразу же забрать все деньги себе. Сейчас Серов требует официального вознаграждения за свои труды, но маловероятно, что он сможет выиграть дело в суде и получить обещанное. А вы как считаете, удастся ли Серову получить свои деньги? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!